Губернатор Игорь Рудени поставил задачи по комплексному развитию общественных пространств и территории Тверской области. Вопрос был рассмотрен на заседании регионального правительства. Что планируется сделать, расскажет Наталья Чекет. Комплексное развитие территории в регионе ведется по нескольким направлениям. Первое – это ревитализация, то есть смена функционального значения. Один из таких проектов – создание зоны деловой активности «Морозовский городок». Планируется сохранить исторический облик зданий и создать на территории гостиницы, офисы, объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта с полной реконструкцией дорог и благоустройством парков. Еще один проект ревитализации – создание культурно-исторического кластера «Речной» на стрелке рек Волга и Тверца. В сентябре запланировано начать инженерно-изыскательные работы. Второе направление – это комплексное направление наших малых городов. В настоящее время этот проект активно реализуется по городу Торопец. Это опыт, который мы будем с вами использовать для развития наших всех исторических городов. Комплексный подход планируется внедрять при создании новых микрорайонов в муниципалитетах Тверской области. В частности, он предусматривает формирование современной жилой застройки с коммунальной, инженерной и социальной инфраструктурой. Такие проекты уже готовятся по Твери, Калининскому и Конаковскому округам. Это прежде всего не освоение под жилищное строительство, а комплексное развитие, где будет и образование, и спорт, и культура, и обязательно, конечно, медицинские учреждения для того, чтобы можно было, полноценно людям жить, работать на этой территории. И, конечно, общественное пространство. Застройка обязательно должна иметь общественное пространство, где люди могут провести свободное время. Региональными властями прорабатывается вопрос создания культурно-досугового кластера «Тверской ипподром» и «Тверь-экспо», где планируется создать пространство для спорта и отдыха. Формируется концепция создания парка развлечений «Союз-мультфильм» в Конаковском округе и площадки «Эл-Тор» в Твери, где должны появиться IT-колледж, офисные и жилые пространства. Игорь Рудени подчеркнул, при реализации заявленных планов необходимо предусматривать перенос на новые площадки промышленных зон, расположенных рядом с будущими современными кварталами.